26 серпня на сайті Державної міграційної служби з'явилася інформація про указ президента України Петра Порошенка щодо припинення українського громадянства екс-голови Одеської облдержадміністрації Михаїла Саакашвілі. У відомстві зазначили, що підстави для втрати громадянства України перелічені у статті 19 Закону України про громадянство України. А інтернетом гуляє інформація, що підставою для позбавлення громадянства Саакашвілі став той факт, що під час заповнення відповідних документів не вказав інформації про судимості. Наскільки це достовірно, які взагалі можуть бути причини припинення громадянства в нашій країні, на цю тему будемо говорити із гостем нашої студії, юристом, правозахисником Антоном Деньгубом. Добрий вечір нашому гостю. І так, що касається Саакашвілі, наскільки, ну, я спрошу, наскільки законно він лишен громадянства з вашої точки зрення? Ну, пока что можно считать, что законно, пока иное не обжаловано, либо не принято, ну, как бы другое решение в данном случае. То есть его якобы лишили, ну даже не лишили, нет такого понятия в Украине, как лишение. Он утратил гражданство Украины по той причине... Ну там же президент подписал. Да, ну у нас просто есть две формы. У нас есть выход с гражданства, либо втрата гражданства. То есть у нас лишения гражданства нет. Не предбачено. То есть либо добровольно? Либо добровольно, либо утратил гражданство. То есть его обвинили в том, что он якобы не указал в заявлении, когда он получал гражданство, о том, что против него есть какие-то возбужденные уголовные дела в другой стране. Но при этом, как бы, я тоже могу поставить себя на его место. То есть, а был ли он в тот момент вообще уведомлен о том, что на территории Грузии против него были возбуждены какие-то уголовные дела? Да, да, то есть, в любом, то есть, по всем международным нормам, по нашим нормам, человек, который обвиняется в чем-то, в каком-то уголовном правонарушении, он должен быть официально уведомлен. То есть вот этот факт до сих пор нигде ни в СМИ, ни в интернете я не находил. То есть в тот момент, в 2015 году, эта информация просто гуляла по интернету, но у нас же по интернету все может гулять. А был ли он, то есть по процедуре я понимаю, что он должен был, по идее, приглашен в консульство Грузии, и ему там должны был, как бы, их дипломат вручить, официально там, вручить, что мы тебя подозреваем, там, насколько я помню, три уголовных дела. Там растрата 4 миллионов долларов, разгон демонстрации и что-то связанное с каким-то медиаканалом, который он там втрутился в его работу. То есть был ли этот факт? То есть просто о том, что где-то гуляет информация по интернету, должен ли он был сообщать эти факты, не должен был он сообщать эти факты. Но в любом случае ему дали гражданство. И при том, что ему дали гражданство по довольно упрощенной процедуре, вы знаете, что у нас предусмотрено, как минимум, человек должен у нас там 5 лет прожить, да, владеть державную мову в тех пределах, чтобы ее хотя бы понимать, знать законы и конституцию. Ну, владеет, да, да, так, как бы знать законы и конституцию Украины, там, не будто засудженным за там особо тяжкие злочины на территории других держав и так далее. То есть в тот момент, это 15-й год, Саакашвили, я так понял, он пошел по упрощенной процедуре, когда ему указом президента, это процедура, которая предусматривает, что лицо, которому предоставляют украинское гражданство, имеет государственный интерес страны Украины. То есть в тот момент, я так понимаю, Саакашвили представлял интерес государственный для интерес для президента. Да. Это, понятное дело, как бы авторитетный политик международный, да, экс-президент Грузии с крепкими связями в Госдепе США и так далее. То есть я тоже был в Грузии, я видел, что там деньги американцев потрачены были не зря. То есть это красивая страна, которая... Ну, не вся страна, не вся, но результаты там, есть. Да, результаты да. есть. Да. То есть, а потом, вот видите, я в какой-то момент, он перестал для него представлять государственный интерес. Но есть тут какая-то эмоциональная составляющая? Я думаю, же, да, есть эмоциональное состояние. Составляющая, я думаю, конечно, всей правды вот этих вот закулисных... Взаимоотношений. Да, взаимоотношений, закулисных игр мы, наверное, не узнаем. Сейчас только стоит вопрос номер один. То есть в интернет-СМИ... очень сильно, как я увидел, торпедируются новости касательно того, что люди, не кипишуйте, это рядовой случай, вот 87 тысяч украинцев утратили гражданство с 2005 года за 12 лет. И вторая новость, которую я увидел, она тоже была распространена на многих интернет-ресурсах, это о том, что министр юстиции Грузии в очередной раз говорит, как бы, украинской стороне, ну давайте нам уже как-то выдавайте Саакашвили, раз вы уже его лишили гражданства, ну он утратил гражданство, давайте уже к нам. То есть, как оно дальше развернется, ну, одному Богу известно, и одну могу сказать точно, ну, драка будет за электорат грузин.
То есть они уже здесь больше 2 лет, и у них все равно есть свои сторонники. Это 100% у партии Хвили, у Саакашвили, как бывшего замгенпрокурора, у Саакашвили, у всей вот этой вот команды, которая существует. У них уже сформировался свои сторонники, у них сформировался свой электорат, с которыми, так понимаю, они хотели идти на выборы. И сейчас как раз, пока они обезглавлены, я думаю, пойдет вся драка за их электорат. И с одной стороны, вроде бы и плохо, что произошла такая ситуация с утраченным гражданством, но у нас, как я заметил, народ очень любит потенциальных политических сидельцев и страждущих, страдальцев, поэтому какую-то часть сторонников они еще заработают с этой ситуацией, я думаю. А дальше, как они распорядятся своим весом и этим электоратом, который есть, уже посмотрим. А есть же, он говорит о том, что он будет обжаловать. Да, он же может ведь обжаловать. Я понимаю, что суды у нас тоже эмоциональные. Да, у нас есть процедура, она предусмотрена, при которой человек может обжаловать данное решение. То есть, я думаю, в ближайшие месяцы какое-то понимание ситуации у нас будет. Ну, тут давайте вот тут ситуации Саакашвили немножко уйдем к ситуации рядовых людей, потому что у него действительно вот тут вот царский указ, как говорится, подписан, потом подписан другой указ. Все понимают, да, насколько там они обернут законность, красиво обставят, посмотрим. Что касается рядовых граждан, чтобы получить и чтобы утратить гражданство Украины, что нужно там простым гражданам? Ну, смотрите, у нас рядовым. Там есть определенные нормативные акты. Это Конституция Украины, закон про громадянство. Есть ряд международных актов и конвенций, которые ратифицировала Украина. То есть индивидуально определенных стран, которые хотят иных стран. То есть у нас есть как бы общее понимание. Это то, что припиняется гражданство Украины или посредством выхода, либо посредством его утраты. И в том случае это оформляется, опять-таки, указом президента. Если разобрать простым человеческим языком выход гражданства добровольный, то это, условно говоря, если человек, гражданин Украины, уехал уже в другую страну, и там проживает определенное количество времени, и там хочет получить иное гражданство. Да. А в многих странах, чтобы получить гражданство, нужно предоставить как минимум документы о том, что ты пытаешься, выходишь со своего гражданства, отказываешься от своего. В таких случаях граждане Украины в тех консульствах, которые существуют на территории страны, где они проживают, обращаются с заявлением о том, что мы хотим добровольно выйти из гражданства Украины. Процедура рассматривания где-то порядка 1 года происходит. И пока украинская сторона не убедится в том, что человек стоит на условной очереди получения другого гражданства, то оно не оформит никаким образом выход. Потому что в том числе и Украина, и другие страны, они же подписали ряд конвенций, которых призвали все страны максимально исключать моменты без гражданства. То есть и вот добровольный выход принимает украинская сторона только при понимании, что у человека будет другое гражданство. Да. Очень интересно было бы узнать количество людей, которые на сегодня украинцев, которые имеют гражданство Украины и уже имеют гражданство другой страны. Я понимаю, что этой статистики нет, я думаю, оно колоссальное. Потому что даже я наблюдал, было ряд очень много бумов, так называемых, когда нам предлагали венгерское гражданство, польское гражданство, литовское гражданство. То есть это было ряд так называемых схем, да, как в народе говорят, при которых у вас искали... За определенные деньги, когда у вас искали пра-пра-пра-пра какого-то там предка, который где-то там косвенно, может быть, жил на границе с Венгрией, либо был гражданином Австро-Венгрии, исторически так сложилось, да, и при этом запускали эту процедуру получения второго паспорта. То есть у нас сейчас есть 4 законопроекта, один из них президентский, 3 разные фракции, которые как раз пытаются отрегулировать этот момент с гражданством. Но то есть разрешить ли украинцам Можем, наоборот, они хотят ужесточить санкции, потому что сейчас, на сегодняшний день, у нас механизма, при котором, мы бы могли определенные органы выявить второе гражданство, и механизма, который мог бы привлечь к ответственности человека за двойное гражданство, или там у некоторых у нас же и тройное есть, его нет, этого механизма. То есть фактически его нет. У нас просто записано, в чем проблема? Это конституционная норма. То есть законопроекты, наоборот, ужесточают вопросы. Нашли, выявили подвойное гражданство,
сразу же там быстренько процедуру утратил, то есть лишение гражданства Украины, либо же ставить человека перед выбором, выбирай либо это, вот. Вообще-то удивительно, неужели Украина настолько привлекательная страна, что вот мы можем позволить себе вот ужесточать законодательство по поводу... Очень многие европейские страны совершенно не имеют этой проблемы, имейте 2-3 гражданства. Да, но у нас это конституционная норма, а это ж, совершенно другой порядок как бы преодоление конституционного большинства в Верховной Раде. Это очень сложная процедура. Что это нужно конституцию изменять. А нас это в Конституции изменяет. Да, там в Конституции у нас что, единое громадянство Украины, не предусмотрено подвійне. Они, то есть президентская фракция и остальные, они аргументируют тем, что вот все коррупционеры пользуются офшорами и так далее, и так далее, и так далее. Но они не забывают о том, что, я знаю точно, что уже ряд претензий высказали диаспоры. У нас же проживает огромное количество венгров, болгаров, румын. А приграничные области, там люди все, просто... У них у всех два паспорта. Вынуждены, у них реально у всех два паспорта. И вы, условно говоря, вы хотите ужесточить, а как же тоже диаспора? Что с ней делать? То есть, по логике можно было бы, наоборот, лучше разрешить. Не легче ли ужесточить там наказание для посадовцев, например, которые там... не брать там в депутаты, на какие-то должности людей, у которых там больше одного граждан. То есть, просто еще в чем еще проблема. Самые популярные одни из стран, допустим, Израиль, то же самое Венгрия и так далее. То есть для наших спецслужб, для того, чтобы подтвердить информацию о наличии у той или иного лица гражданства, им нужно запросить, сделать запросы в той стране. А вот правда, что он ваш гражданин? А вот в ряде стран эта информация, носит определенную тайну. Да. То есть они говорят... Соблюдают люди законы персональных. Ребят, это абсолютно не ваше дело, это наше гражданин или нет, до свидания, и все. Да. И мы опять опускаемся к тому, что мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Поэтому лучше запретить всем. Да, поэтому мы решили лучше запретить всем. То есть, а у нас, я знаю точно, у меня ряд знакомых, которые тоже просто у них по несколько паспортов. Угу. Да, я думаю, что большинство депутатов имеют 2-3 гражданства, вы же помните знаменитое интервью, 30-секундное с нашим экс-губернатором, правда, что? Да. А у меня тройное ж не запрещено. Это шутка, но как есть. А если все-таки... Я не знаю, как примут решение депутаты наши о том, что ужесточается ситуация с наказаниями за двойное гражданство. Что ждет жителей Украины? Например, пострадают же жители приграничных областей. Просто не трясите вторым паспортом. Используйте его, не трясите, не кричите, что у нас есть двойное или тройное гражданство. И все. То есть, а как они там дальше выявить? Как это возможно выявить? Никак. То есть это если уже человек... может, попадет под какое-то уголовное правонарушение, либо что-то еще, его начнут проверять, тогда, возможно, станет информация о том, что у него еще есть несколько гражданств. А так, пока не пойман, не вор. Пользуйтесь. Надо учиться, так сказать, договариваться с нашим государством в свою сторону. Спасибо за информацию и спасибо за визит к нам в студию.